Хей-хей, это Just Play It, ретро-насилие. И мы продолжаем играть в припасы. Он же Supplies. И как я говорил, что это не конец. Это не конец. О. Жаркий был денек, урожайный. Время провести с пользой. О. Мы там будем гулять, походу. Мы еще по воздуху будем гулять. Ё-моё. Кислород кончается. Это прям какая-то карта торнамента, блин. С прыжками, со всеми делами. Все, конечно, хорошо. Кто-то тут умер. Ох. Чё, подышать дай. Ох. Я сразу чудить начинаю. Понятно, мы здесь умрем, я понял. Кислород, кислород. Чувак. Куда тут идти? Я тут задохнусь, походу. Воздух, воздух, воздух. Нет, нельзя. А воздух не хочу. Я уже проветрился, я уже даже мусор вынес. Еще тут кирпичный завод успел сделать, пока пришел. Так. Ну, в целом обстановка хорошая, красивая, похожа на ржавый квейк. Это прям плюс ему. О, иллюминаторы. Работай, детка. Пойдем выманивать. Есть у нас кто хочет напасть на нас. О, броня. Дело. Я же вижу, что ты тут играешься. Тарарарара. Я по классике пойду. Люблю двухстволку. Не знаю, мне она с Дума доставляет удовольствие, поэтому. О, так. Самое главное и важное. Quick save. Который сохраняется как обычный. А что тут мы будем? О, там новая пушка. Я как в Думе, я прям мечтаю о новом оружии. В смысле? Ну ладно. Прошу прощения. Nope. Вы тут мешаете. Вот эта херня откроется. Заложники. Готов. Как тебе такое, Илон Маск? Понял. Кусь-кусь-кусь. Позанимайся. Отвлекись от этой бренной идеи отстрелить мне яйцо. Ему одного бы хватило. Но я люблю с двух стволов. С двух стволов. Успела. Удобно. Спасибо, дорогая. Так. Патрончики. Тут мы спустились. Патрончики. Тут мы поднялись. Это лифт, который будет спускаться вниз или оттуда
Хрена там броня, там сверху это, тут полный фарш. Понятно, зелень. О, пушечка. Малыши, вы что тут забыли? Распласталась синева. Каши эти бегают. Земля в иллюминаторе. Окей. Я подышу, подожди. Жди, все еще жди. Я готов. Давай. Пидор. Напугать меня решил. Что ж ты, сука, с двух сторон стреляешь по этой твари? Спасибо, дорогая. Помогла мне. Кислород кончается, кстати. Так, мы же отсюда пришли. Хрена. Мы не отсюда пришли, во-первых, а во-вторых, у меня кислород кончается. Житуха. О, пополняемый кислород. Значит, мы можем гулять по поверхности и трясти яйцами. Добро пожаловать, дорогой. Симсалабим, рахатабамлукум. Дверка, откройся. Да и не вопрос. Не лезь, это моя пушка. Тварюга мерзкая. Это я забираю. Так, напарник, пойдем. О, вы ждете часа определенного. Напарник, пойдем со мной. Никому, кроме оружия, нельзя доверять. А че вы там стоите? Почему вас так много? Колечко, кольцо. Так, что тут у нас есть? У нас тут есть, жизни запомнили, можно сюда пройти. Сюрприз. Позанимайтесь. Напарник мой стреляет лучше меня, поэтому... Сорянчики. Давай-ка мы вот тут и оставим на всякий случай. Открылась вот эти ячейки и сразу больные вышли. Никто не напал. Я понял. Пойдем со мной. Занимайтесь. Я тут понаблюдаю со стороны. Понимаю, что патронов мы так тратим больше, но, по крайней мере, мы можем позаниматься своими делами. Что там мигает? Нам же заняться больше нечем, как тут отстреливать всех. О, это по Думу. Я помню, такая тема была плавающая. Клево. Мне понравилось. Это просто ячейки. Короче... Если есть возможность полениться, мы поленимся. Можно было, конечно, не делать этого, сохранить патроны.
привет. Гаденыш. Ты чё акулофобию творишь? Долго? Некогда. Фига, мне тут покусали. Надо возвращаться. Тут должны быть лечилки. У кого насморк? Ой-ой, вы заблудились. Ну, потусуйтесь там. Вам такой воздух на пользу пойдет. Ру! Это что, секретка? Фига, если б я не вернулся, я бы его не нашел, получается. Ну ладно, короче, это, не надо тут расслабляться, как я понял. А то тут мне тут нарасслабили немного. Чуть жизни не отдал. Что-то все мигает. Квейк, привет. Nope. Чё? Ну окей. Тут. Тут мы ничего не забыли, не потеряли. Здесь мы забрали и ушли. О, хорошо. Нету. О. Нормально, одного хватило. Этому надо две. Этому одной хватит. Понимаем. Займись. Ты говоришь купаться. Не пытались меня схарчить толпой. Пулемет, поставленный на двери, иногда позволяет почитать сообщение. Хотя нам, как всегда, неинтересно, но... Ну, не люблю я читать сообщения в такой игре, где они нафиг не помогают. Ладно бы коды там были, ладно бы там что-то важное. Но там ничего, у нас есть зеленый ключик. Ключик. Вот как-то так. Гопота ебаная, хотела, блин, гоп-стопнуть меня. Так, у нас есть зеленый ключик. Глоточек свежего воздуха не повредит. Там кольцо меня сразу ждет. Колечко, кольцо. Friendly fire. Кого ты тут увидел? Гнездо? Вот и нет пальцев. Бесполезное чтение. Они умерли. Мне это не поможет. Я понял, что здесь компьютер взбесился. Вирусы накинул им. Так, мне здесь не пройти. О, ты что там забыл? Там же холодно, там же нет кислого рода.
О, там гнездышки. О, нормально. Тусовка. Дорогой, пойдем со мной. Вы чё, мне ничего не принесли? Могли бы патронов дать. Nope. Кислый рот. Так. А, о. Сюрприз. Коли ты спиной ко мне стоишь. Я вообще не люблю, когда ко мне спиной... Напарник прикроет, не ссы. Ладно, не сломайте ее. Да говно, вопрос, парни. Блин, я что-то посерьезнее взял, они кончились. Но, видишь, не время сворачиваться. Пулемет сработал как надо, вынес всех, блин. Колечко, колечко, кольцо. Жизни полные. Этого неплохо вышли. Неплохо, неплохо. Обычная штука, простреливаемая комната. Хотели меня толпой взять, пидоры гнойные. Запомним, броня. Так. Постой тут, дорогая. Здесь, возможно, никого не будет. Это мой напарник, твари. Запомни, броня. Так. Пойдем со мной. Там много вкусного. А мы здесь уже гуляли. Просто тут открылись эти штуки. Не обязательно. Но почему бы, собственно, и нет. Патрончики это у меня кончаются. Отличненько. Как говорится, не обязательно, но изощренное убийство никто не отменял. Опа, круг замкнулся. Мы отсюда выходили, тут бесчинствовали. Компьютер мы трогали уже. Опа, тут, блин, замкнутые ходы. Вот здесь мы не были. Позовем остальных. Ладно. На всякий случай. Лети сюда, детка. Понял? Прикольно. Ну, мы же что-то открыли, нет? О! Типа успеть? Nope. Да хрен ты тут успеешь. Ну, что-то модное. О, я понял, другой вход. Круто.
как тебе такое? На всякий случай. Так, окей. Ну, клево, что мы прошли, но здесь не пускают, у нас нет синевы. Походу тут только два варианта. Либо туда, либо сюда. Значит, нам здесь пока рано действовать. Нам нужна синяя карточка. Ладно, будем знать. А где нам взять синюю карточку? Буль. Это все призраки. Мы здесь везде уже побывали. Это я сделал. Значит, как-то нужно эту штуку открыть. Вопрос как? Конечно, я не спрашиваю для чего. Я спрашиваю как. Но пока непонятно. Пойдем погуляем по кислороду, подышим по воздуху, которого нет. У меня есть желтая и зеленая. Это начало как раз. Возможно, где-то тут есть другой вход. Как бы это один и выход сразу. Надо на ту сторону идти. Есть выход один, дальше будет в другом месте выход на шлюз. Сюда, сюда. Есть еще один подъем, по которому мы поднимались. Разве мы тебя не протыкали? Ну, видимо, он тут ни на что не влияет. Так, парни. И мы вернулись обратно сюда. Так, а где здесь выход? Наверное, вот здесь. Симсалабим. Арахата бумбуку. Ахаляй, махаляй, ляськи, масяськи. Ну, короче, все правильные слова, чтобы открыть дверь. Так, а здесь мы вышли как раз. Возможно, здесь есть какая-то штука, которая мне пригодится. Фига тут кислорода кто-то напривез. Все, с броней все ок. А вон там что? Зеленая, зеленая. Тут, по-моему, только две двери. Nope. Клево, но я-то не зашел. Мы здесь были во всех дверях. Во всех дверях. Ха. Чё, блин, надо? Вот, еще одна синяя дверь. Кстати, вот тут я не был. Был. Nope. Все включил, все открыл. Это первая, по-моему, вообще такая штука. Вот к этим ребятам мне надо. Как к ним пройти? Как к вам пройти? Вот, там даже секреты какие-то есть. Вот, через эту дверь мне надо проходить. Значит, вот эта штука должна открываться. Nope. Отсюда выйдут и мне будут навешивать. Так. Мы все же протыкали. Тут мы были.
Ну, давай это смотреть, где мы что не сделали. Мне кажется, тут вот эту штуку надо открыть. А чтобы ее открыть, это надо подняться наверх. Мы уже здесь были. Миллион раз уже были здесь. Как бы два этих холла мы уже обходили. Вот эта штука потом откроется, кто-то здесь выйдет. Здесь мы уже все проходили. Здесь мы проходили, здесь мы даже заходили. Ладно. Здесь я уже пятый раз иду. Nope. Как тебе открыть? Вот эта штука Nope. не двигается. О. Так, ладно. Что мы упускаем? Нам нужна желтая дверь, которую мы не видели в глаза. Зеленые двери мы открываем все. Это прям огонь. А где желтая дверь? Короче, по этим холлам мы уже миллион раз пробежали. Понять, куда нам идти. По-моему, это вход. Самый первый, который был. Но тут мы вышли и вот этих тварей отстрелили. Вот дверка. А вот сюда мы тоже отсюда выходили. Пулемет я оставил здесь. Ну, о, это самый первый холл. Здесь может быть какая-нибудь дверка, которую я не открыл. По логике я здесь уже всех тут подчикал. И дверей здесь дополнительных нет. Вот они с этой подсветкой путают. Вот у меня это оранжевый цвет или это просто подсветка? Оранжевый цвет двери? Или это обычная дверь? Потому что она такая и есть. Мы здесь были, мы все уже выполнили. Короче, нам надо сюда идти, искать какую-то штуку, куда мы не попали. Я уж тут все понажимал. Что тебе надо от меня? Признавайся, игра. Я уже здесь везде побывал. Но вот. Все эти двери мы протыкали уже по миллион раз. Может, здесь что-то надо включить было? Все работает, зачем ломать работающую систему? Одно дело что-то открыть, а другое дело сломать. Тут как-то слишком пусто. Мне кажется, мы здесь еще повоюем, блин, здесь. Но они бы сразу пришли. Короче. Так. Пуру-пуру-пуру. Пу-пу-пуру-пуру. Раз, два, три, четыре. И отдельный вход. Вот с отдельного входа мы зашли. Зашли сюда, прошли. Я типа наверху. Это надо пройти через какие-то штуки. Смотри, куда у меня он ведет. О, два посередине. Мы проходили ее. Вон там эти контейнеры. Значит, по логике вещей, вот там еще кислород есть. Туда дальше что-то еще откроется. Ключ охраны мне нужен. Так у меня он, походу, есть. Все взято, он бы отобразился. Ладно. Если бы у меня не было бы ключа охраны, он отобразился бы. Так, ну, нам, походу, куда-то в эту сторону.
И здесь это лестница либо лифт. Короче, сюда. Я вообще не понимаю, вот почему мне он не отображает меня, где я нахожусь. Ну, давай, ладно, пойдем от этой штуки. Вот мы в середине. Значит, нам по логике вот туда. Вот сюда. Потом налево, прямо. Нет, через правую штуку. Вправо куда-то идти нужно. Ну, я понял. Давай попробуем то, что ты хочешь. Прямо направо. Дальше через маленький холл, большой холл. А вот и нет. Как бы я все еще не понимаю, где я нахожусь. Да. Почему просто не обозначить, что где я здесь? Ну ладно, пойдем тогда таким образом. Это будет долгий процесс. Не надо мне менять. По логике я в центральном. Значит, где-то здесь есть выход. Направо есть дорожка. Центр, мы же здесь. Ну и дальше тут, по идее, должен быть вход. Три холла, большая комната, три перехода. Что за грибы? Не знаю, что это. Вопрос, а как-то я могу карту отобразить по-другому? Но чтобы видеть ее... У меня вообще нету нифига. Прикольно. Не думал, что на эту кнопку будет стрелять. Короче, ладно, пойдем так. Теоретически понимая, что нифига не понимаем, куда идем. Так. Так, поворот, поворот. Nope. Вот сюда как-то можно попасть. Через эту дверь. Ха. Давай попробуем зайти. Ну и мы возвращаемся к тому, что мы здесь проходили. Это, короче, длинный коридор. Длинный коридор. И мы как раз в нужное место пришли, но нам нужна синяя карточка. Где синяя карточка лежит? Она здесь не обозначается. Ну, в теории мы правильно пришли. В практике здесь мне просто не пройти, потому что у меня нет синего ключа. Здесь я не могу двигать вообще ни в какую сторону. А, подожди. Вот что я не сделал. На поверхность я не вышел. Вот мы. Круто. Зато мы знаем, куда идти. Так, кольцо, кольцо, кольцо. Кольцо у нас... Кольцо у нас здесь где-то. Так, вот эта штука, с той стороны вход. Все, я разобрался, куда идти. Я думал, что я уже их миллион раз убил, а мы только идем. Ладно,
Так, нам вот сюда. Где эта штука? Хрена, а чё их так много? Я чё, давно сохранялся? Серьезно? Я еще, значит, не добил их. Я тут хожу неделю уже, а я забыл сохраниться. Ёпта. Вообще жесть. Еще какая-нибудь тварь здесь может жить. Где я последний раз сохранялся? Хер его знает. Хотя я сохранялся как раз перед этой штукой. Че, никто тут не хочет выбежать, сожрать меня? Ну ладно, окей, я запомнил. Отвали. Так, направление верное. Вот он вход. А вот и нет. Как так получилось, что я не сохранился? Мы туда как раз за карточкой идем, вот эти типы, бла-бла-бла. Мы здесь выходим, проходим сюда. И здесь вот он проход. Забавно. Я думал, что я здесь уже все выполнил. Позовем остальных. Космонавты. Ага, вот куда мы дошли и остановились. Ну ладно, теперь мы знаем. Тут ничего нет. Мне нужны твои патроны и одежда, и мотоцикл. Так, нам надо подышать. Походу нет возможности. Это не дыхалка? Глоток свежего воздуха и крови. Так, тут есть вход. Тут мы ничего не должны сделать. Включить, выключить, загрузить музыку. Методом натолочного тыка было доставлено удовольствие. Прикрыл, молодец. Еще и меня шарахнул. Ты шутник, я посмотрю. Я уклонился. Жизнь полная. По ножкам тебе, чтоб не хотелось ходить куда не надо. А, это помехи, я думал, кто-то тут зашипел. Надо погулять вначале. Карточку мы возьмем, успеем. Какие-то патроны лежат, он их не берет. Вот что это за патроны? Для чего они?
Ну, предположим, что это потраченные патроны. Ключ охраны. Умничка моя. Поработала. Экранчики включились, да? Так. Иногда стоит оставлять запасной вариант отхода. Пулемет на входе. Опаньки, мы вернулись. Жизни нам не пригодились. Ну и что? Теперь у нас есть синяя дверь. Отсюда мы пришли, оставили жизни и здесь потыкались. Здесь мы пришли. Нормально. Пойдем сюда. Будем знать, что у нас здесь жизни лежат. Так. Мы здесь были. Синяя дверь находится, в принципе, вот здесь. Да, это она и есть. Короче... Нам надо вернуться в этот тоннель. Мы можем тем же путем и вернуться, кстати. Здесь даже ближе будет. Например. Так, мы здесь застрянем и умрем. Тарарарам. Не забываем сохраняться, а то, как обычно, через неделю сохранка сработала. Глоток свежего воздуха не повредит. Какие-то дверки тоже мигают. Жизни нам не пригодились. Так, главное не упасть, как показывает практика. Мы тут падаем болезненно. Отлично. Это другая поворачиваемая штука. Блин, вот эта вот станция так напоминает Хайпербласт в Торнаменте. Прям сколько я раз убивал этого Зана, так он меня бесил. Но это что-то другое уже. Это другое место. Но здесь мы тоже были. Короче, мы типа сделали круг, что ли. Во. Ну тут нам надо по-любому повернуть. Да, это круг. Пойдем по тому же методу. Зачем они эти делают штуки? Чтобы что-то перекрыть здесь? Может, какие-то процессы там были? Понял, патронов нет, плохо. Привет, малыш, как твои дела? Хорошее место, мне нравится. Удобно. Молодец, самый быстрый мутант умрет. Успел. Когда был шанс эвакуироваться, у тебя было время. Мы так долго тут возились, а ты только рождаться начинаешь. Так, ну я же тут ни одного секрета не нашел, конечно же, да? О, наверху есть проход. А как туда попасть? Пам-парам-пам-пам. По лавочкам. И я тут секрет еще. Ничего? Nope. Ну, по логике можно было бы как-нибудь, если бы это какой-нибудь Blood был, по лавочкам попрыгать. Но мы не прыгаем.
где-то здесь есть какая-нибудь кнопка. Ну, ладно, мы ее найдем. Ты чё тратишь мои патроны, гнида? Стреляет он. Глупо. Придется по старинке. Жизни в порядке, броня растрепана. О, я понял. Сойдет. Откуда ты по мне содишь? Никто не говорил, что будет легко. Броню мою потрепали. Зачем? Будильник забрал отцовский, дедовский. В общем... Рюмка водка на столе. Рюмка водки. Постой тут. Никто не хочет? Комиссарского тела. Будем знать. Так, окей. Окей. Красиво у вас тут. Это что, командный центр? Но очень похоже. Отсюда мы ждем гостей. И отсюда тоже. Серьезно? Я шел куда-то, чтобы туда попасть. А там ничего я не доделал. Может быть, я что-то забыл? Я тут просто спрыгивал. Что-то сломали. Ну, короче, ничего умнее я не придумал. Пойдем сюда. Тварь за мной полетел. Текс. Бронька. Лесенки куда-то ведут. О, они нарисованы. Мы по ним не можем ползать. Тоже неплохо. Ты чё творишь? Ломаешь имущество. Гнида летающая. Я тебя тут поломаю. Главное вовремя разложить пулемет. Так, а вот и мы. Мерзкие создания. Я их и в Блад не любил таких. Здесь они еще хуже. Не надо так свет выключать. Я же могу не понять. Я же могу подумать, что мы умерли уже. Ну ладно, дверь закрыта. А что произошло? Клёво. А мне надо пока куда-то улетать. Прогуляться должны. Серьезно? Это реально туда? Один вход? Я думал, что я что-то пропустил, а оказывается тут реально вниз. На кислород. Ладно. Фигая, мы куда-то на этот вышли. О, слушай, по судя по расстоянию, мы тут заколебаемся гулять.
Пулемет, хорошо. Два пулемета лучше, чем один. Но у меня патронов все равно на один, так что без разницы. Судя по всему, нас ждут веселье и забавы. Шарик оставим здесь. На обратном пути заберем, если нужно. Тем более тут и так дают неплохо. Бронька. Кислород, хорошо. Похоже, нас готовят к чему-то. Либо будет большая битва, либо будет большая рожа, которая хочет принять большую битву. Я не против, пусть дают патроны жизни. Ой, что-то тут прям очень много жизней, очень много патронов. Много-много всякого оружия, чтоб я точно затарился. Похоже, мы будем здесь плясать под чью-то дудку. Говно вопрос. Что мы должны здесь сделать? Кого открыть? Выход. Понял, клёво. Короче, я неправильно их поставил. Пусть будет 15. Хотя, нафиг, оставим его здесь. Тут надают нормально. Короче, надо просто ставить пулемета по-другому. И все. И бомбить этой штукой. Тут нас ожидает веселье, это хорошо. А я предлагаю не тусоваться здесь, а свалить и на мосту их встретить. Здесь мы в замкнутом пространстве, они здесь высаживаются. Да, здесь кислород, но и там тоже кислород есть. Так, вот сюда нам надо. Короче, мы идем на мост. Ставим пулеметы на мосту. Вот здесь. Наверное, вот тут. Ты не угадал. Просто через них пробежать будет тяжелее, но... мы должны это сделать. И, соответственно, шарашить уже издалека их. Приманим их, приманим. Ах ты дрянь, я понял. Но план-то был хорош. Короче, нельзя. Но будем знать, что... осторожно, двери закрываются. Поиграем в их игру, которую они нам предлагают. Кислород можно с нескольких сторон брать, хорошо. А хули. Давай патронов пособираем по максимуму, сколько дадут. Ракетнички. Короче, тут три двери. Я, допустим, на одну могу поставить, а другую буду глушить
Сколько пулемет продержится, столько и надо. Патроны забираем все, какие есть. 345. В принципе, неплохо. Короче. Один пулемет мы ставим, наверное, вот сюда. А другой пулемет мы поставим. Конечно, детка. Лучше пальнуть свой пулемет, чем это не сделать. Ладно. Пулемета надо ставить немножко иначе. Ну так они хотя бы отвлекаются на них, а так они будут тагриться только на меня. Но, с другой стороны, если я надеюсь на пулеметы, я не надеюсь на себя. Но пулемет их отвлекает, как минимум. Они лезут тут со всех щелей. Здесь самые мерзкие, конечно, эти твари летающие. Этот босс, ну... Прям даже не знаю, куда тут можно парковать их. Вообще, наверное... Сюда мы его парканем. Патронов-то у нас не так много. Второй надо вот сюда ставить. Конечно. Лучше пальнуть. Короче. Надо вот здесь пулеметы ставить. Короче, где-то вот как-то так неудобно они стоят. Все равно их тут дофига. Летающие твари меня выбивают. Ракетницы я себе убиваю. Прям похера. Похеру, короче. Как ставить, похеру. Как. Они все равно массы задают. Здесь нужно тусоваться вокруг. А они меня задавливают, потому что пидоры гнойные. Классическая схема, запирать их, просто кругами мотаться. Но пулеметами я оградил себе танцевальные па. Только так, и это Биг Мак. Да пошел ты в жопу. Я с этой штукой пойду. Она по убоисти.
Я же когда бегаю, разгодую, да, кислород? Пулеметы мои их загасили. На говно вопрос. Самое главное правило, не надейся на технику. Она здесь чисто для причины. Ты тварь, сидит тут. Ну-ка, ну-ка, там. Пулеметик мой валяется. Давай без этой штуки. А он застрял, а если бы не застрял, участвовал бы в бою. Но раз он там застрял, значит мы не спешим. Передадим ему привет. Он быстро сдался. Это тебе не мелочь по карманам тырить. Классические за заставы Дума, то есть за манухи. У нас даже жизни полные. Тут тоже что-то открылось. Они отсюда что ли тоже бежали? Возможно, летели. Оп, оп. А мы тут не вернемся? В принципе, мы вернуться можем, но смысла пока не вижу. Жизни полно. Шарик там не совсем намного прибавляет. Если мы загоняем туда. Все включено, по-моему. 8 тварей где-то тусуются. Короче, особо я прям не прибавил в жизни. Ну так, на всякий случай. Всем спасибо. До новых встреч. Пока.